Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы начинаем закладывать традицию директорских линеек и поздравляем самых успешных с точки зрения оценок по результатам первого триместра. Это первая будет наша категория награждаемых. Наградим ребят, активно участвующих в школьном самоуправлении, и закончим нашими доблестными спортсменами. Итак, можно немножко потише. Грамотой за отличные успехи в учении по итогам первого триместра награждается ученик 5-го Д-класса Борис Шпак. Ученица 9-го Д-класса Кристина Постнова. Ученица 6-го Г-класса Полина.
И закончить хочется очень знаковым событием. На предыдущие школьные каникулы в структурном подразделении «Живописное» прошел первый турнир по волейболу, который мы назвали «Ноябрьский кубок», среди учащихся родителей и учителей всех структурных подразделений. Участвовало 6 команд. Я очень горжусь тем, что первое место в турнире заняла команда структурного подразделения «Алые паруса». Всех членов команды прошу сюда. Итак, это наши герои: Никита Наумов, Александр Тришкин, Евгений Аникин, Анастасия Богатырева, Михаил Смирнов, Артем Радоуца, Юрий Сыроян, Евгения Ванеева. Все, всех. И ваши грамоты. Огромное вам спасибо. Заявки в волейбол. И сделайте, пожалуйста, мне анализ. Итак, у тех, кто сегодня без драмы, нет повода расстраиваться, потому что это только первая директорская линейка. И на следующий грамоты получат многие-многие другие. Я очень на это надеюсь. А эта линейка закончена. Всем хорошего дня. До свидания.